Российские дипломаты будут детально разбираться с задержанием на границе Эстонии съемочной группы программы «Вести». Об этом заявила сегодня официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она подчеркнула, что все произошедшее очень похоже на проявление физической и политической цензуры. Наши коллеги около 5 часов провели на контрольно-пропускном пункте. За это время сами журналисты и редакционный автомобиль были подвергнуты тщательному досмотру. В конце концов, группу отпустили. Впрочем, внимание к представителям российской прессы правоохранительные органы Балтийской республики начали проявлять еще накануне. Мы возвращались со съемок сюжета в акции протеста эстонцев против миграционной политики местных властей. Еще накануне в центре, когда мы работали на митинге, к нам подошли полицейские, попросили переписать паспортные данные. Мы этому значения, честно сказать, не придали, потому что эстонские власти известны своим отношением к российским журналистам. Но вот сегодня, приехав на пункт пропуска, где не было ни одной машины, к слову сказать, нас попросили подождать, потом попросили подождать еще. Через 40 минут нас пригласили на досмотр, прощупали всех, попросили показать багаж, включая самые личные вещи, после чего машину попросили в пункт углубленного досмотра. Мы имеем право на консульскую поддержку. Нам сказали, что в данном случае консул не нужен. К этому времени у нас уже не было ни камеры, ни телефонов, ни паспортов. Эстонцы попросили все это сдать в самом начале. Мы не имели никаких средств связи и возможности связаться с российскими дипломатами. Добавлю, всей съемочной группе эстонские власти аннулировали визы. Официальная причина не соответствует цели пребывания, заявленной в анкете. Кроме того, оператору грозит серьезный штраф за провоз небольшого перочинного ножа.